Добрый день, уважаемые дамы и господа. Вы слушаете радио «Народная волна» на частоте 1590 М на нашем веб-сайте radio.nvc.com, ну и, конечно же, на нашем YouTube-канале. И у нас сегодня голос здравого смысла как бы вне очереди. И я с радостью приглашаю к микрофону Леона Вайнштейна. Есть особый повод для нашего выхода в эфир сегодня. Мы просто оба считаем, что здравый смысл, его голос должен звучать не только по пятницам. Да, в любой день недели, в каждый день недели и каждый час. Здравствуйте, Леон. Итак, добрый день. Повод. Начнем с того, что послужило поводом выхода в эфир, потому что я помню, что каждый раз, когда вы выходите с вашей программой в эфир, постоянно один или два человека звонят и спрашивают: ну вот вы рассказывали нам, что вы там делаете портал, как то, как все и когда, что. Я думаю, есть смысл рассказать, что. Ну, 7 ноября в 12 часов ночи по Лос-Анджелесу мы нажали на кнопку и торжественно разместили на интернете наш портал, вернее, первую часть, первую ступень, первую стадию этого портала. Портал camerton.global. Значит, бывают .ru, бывают .com, бывают .net. А у нас вот мы выбрали новое такое, так сказать, .global, да? Camerton с буквой «К» по-английски, ну, латинскими буквами .global. А, значит, первая ступень нашего большого, разностороннего и интересного очень портала – это школа. Школа, в которой я, как обещал, собрал под одну крышу. На данный момент 5 будут прибавляться. Ваш покорный слуга тоже, значит, будет 6-м. Который, а все эти 5 преподавателей, 5 профессоров, 5 психологов провели курс занятий, записали их. И теперь любой человек может, что называется, залезть, посмотреть, поучиться, получить домашнее задание, сделать его, вернуться, так сказать, вторую передачу посмотреть, попробовать те знания, которые он получил уже прямо, так сказать, там, где мы предлагаем их использовать. Вот. А смысл всех этих занятий, смысл всех этих лекций, лекций, семинаров, домашних заданий и тому подобное следующий. Собраны под одну крышу выдающиеся специалисты, которые умеют обучить вас, нас с вами, да, так сказать, пап, мам, дедушек, бабушек, воспитателей и тому подобное, как научить их детей, причем любого возраста, там, да, от 2 до 72, как научить наших с вами любимых, близких стать людьми разумными, homo sapiens. Что я имею в виду? Огромное количество людей верит тогда, когда все говорят, а вокруг вот так говорят. Вот им кажется, что все там средства массовой информации, знакомые, друзья, там какие-то политики, какие-то важные умные люди что-то говорят, значит, это правда. Так вот, а целый курс, 12 занятий у нас посвящен тому, очень веселый, очень интересный, смешной курс, будет очень интересно заниматься, посвящен тому, как отличать обманы, фейки, они называются, да, от правды. И как сделать так, чтобы у вас, а потом, так как вы будете делать, играть в те же игры, задавать те же вопросы, рассказывать те же самые стихи своим, так сказать, там, детям, может, не стихи, а какие-то рассказики, а чтобы потом в подсознании оно уже засело, и какие-то вещи сразу же начинают вызывать удивление, начинаешь тебе какое-то неприятное ощущение, начинаешь пытаться проверять, чего у детей, у людей, вообще, так сказать, у многих не происходит. Вот я, Сережа, я абсолютно ужасный человек. Я ничему не верю, что мне правительство говорит. Вот если правительство что-то говорит, особенно когда после этого все начинают это повторять, я тоже думаю про себя: дурят меня. И в большинстве случаев я оказываюсь прав. А вот дети мои, которые перевезли, я сюда перевез уже, так сказать, в каком-то возрасте, в котором они, в общем, здешние уже, да, то они уже этим не обладают, и это надо было у них воспитывать. Вот это можно воспитать. Это самое первое. Отличать фейки от пропаганды. Таких людей жутко сложно зазомбировать. Второе – это научить придумывать
А выходы из положения, выходы из ситуации, то есть решать проблемы, да, решать вопросы, решать проблемы неординарными способами. И знаешь, вот поразительно, но оказалось, что и этому можно научить. Можно научить играть на скрипке человека любого. Да? Нельзя сделать из него гения. Он будет фальшивить, если меня научить играть на скрипке, у меня нет слуха, абсолютное, уникальное отсутствие музыкального слуха, я буду фальшивить. Но я буду играть на скрипке. Да, меня учили играть на рояле. Я мог в свое время играть на рояле. Ужасно. Но мог играть на рояле. Значит, можно научить человека, я знаю, тесать тесаком камыши. Да? Можно научить заворачивать гайки. Можно научить строить мосты. Можно научить. Один хорошо будет строить, другой плохо. Но можно научить. Вот точно так же выяснилось. Можно научить людей думать. Чего большинство населения земного шара не делает вообще. Знаешь, вот я сейчас закончу свой долгий ответ, да, и дам возможность там диалогу нашему, да, возникнуть. Но Бернарда Шоу, одна же журналистка, когда было уже там 60 с лишним, там почти 70, я не помню, так сказать, там сколько лет, да, но он был уже тогда считался вторым по значимости после Шекспира драматургом в так сказать, что называется, в любом, в Европе, как минимум, да. Его спросила журналистка, скажите, пожалуйста, вот как получилось, что вы так много знаете, такой умный, да, так умеете соединять свои знания, так потрясающе умеете все это подавать? Он говорит, знаете, я думаю не реже двух раз в неделю. Она говорит, но я тоже вроде думаю. Он говорит, я не знаю про вас, но большинство людей не думают, они вспоминают. А я думаю. Так вот, это очень разные вещи. Думать и вспоминать. И в школах нас учат запоминать много знаний. В лучшем случае, это самые хорошие школы. Да? Самая советская школа была, кстати, вот, заставляла нас запоминать. И здесь та же религиозные школы, там, тоже, ну, при всяких общинах, да, тоже учат запоминать. Частные школы учат запоминать. Государственные, ну, там, муниципальные, вообще ничего не учат, с моей точки зрения. А, кроме как, так сказать, быстро-быстро-быстро прогнать тебя через 12 непонятно зачем лет обучения, и чтобы ты, значит, пошел уже, так сказать, куда-нибудь чем-то заниматься и отстал от них. Это, по-моему, задача почти любой муниципальной школы. Так вот, то, что мы вот создали на интернете, человек может зайти, посмотреть пробные уроки, ему понравилось, там два обычно введения плюс два пробных урока. Если ему понравилось, он может приобрести за очень небольшие деньги серию таких уроков, которые будут ему помогать учить его внуков, его детей, ее детей, да, как вот именно думать учиться. Если ты меня потом спросишь, чем отличается думать от вспоминать, я потом расскажу. А вот теперь, так сказать, серьезно, да? А что школа делает? Нормальная, так сказать, вот школа, в которую ходят наши дети, внуки, как я уже говорил, там и тому подобное. У некоторых уже правнуки пошли. А 2 плюс 4. Сколько это будет? Ну, ответ есть только один. Правильно, да? Ну, то есть, есть много ответов, но один из них правильный. Или там, так сказать, там какая, значит, между двумя точками, каким образом, какое кратчайшее расстояние между двумя точками. Да, тоже есть один ответ. Надо было выучить это. Да? Кто-то это придумал, кто-то это продумал, а тебе надо просто запомнить это дело, а потом, когда тебя спрашивают, вспомнить. Тебя еще хитро могут спрашивать, как-нибудь так спрашивают, что ты не понял сначала, что имеется в виду. То есть проверяют, запомнил ты или не запомнил. А учить надо не этому. Запоминать роботы умеют. Я сейчас не к тому, что не надо учить считать. Кстати, считать в американской школе не учат. Я помню, там несколько раз я огорашивал кассиров, которые там 3,24 минус 10%. Да. Я им говорю, сколько это будет. Они смотрят на меня и говорят, откуда вы знаете? Откуда я знаю это? Значит, им нужен либо арифмометр, либо компьютер, либо побежать к кому-то и спросить, где написано, сколько это будет. Значит, минус 10%. А, так вот, значит, учить надо другому, и вот чему. И вот чему, скажем, учит школа, которую мы поставили на интернете. Вот представь себе, это не самое первое задание, это задание уже для, когда уже
бабушка с внуком, или там папа с мамой, там, так сказать, с детьми своими прошли несколько, чуть-чуть. Да, я просто сейчас дам пример задания. Что такое задание? На не вспомнить, а придумать. И это развивает мозг. Это развивает мозг. Потому что вспомнить мозг не развивает. Вот представь себе, что, ну да, часть наших слушателей на радио, то я не буду показывать, потому что только смогут увидеть, только те, которые смогут на YouTube, да. Вот представь себе, что мы с тобой поставили на попа две книжки. Да? Они стоят там 10-12 сантиметров друг от друга. Угу. Теперь задание с ребенку следующее. Возьми лист бумаги и лист, на котором печатают на принтере. Ну, самый обыкновенный лист бумаги, да. Положи их сверху на эти книжки, да. А теперь... Положи на это игрушечную машинку. Оно тут же провалится. Да? Ну, естественно, так сказать. Да? Бум, провалилось. Вот сделай так, чтобы эта игрушечная машинка могла как по мосту проехать от книжки А до книжки Б. Еще раз. Две книги на попа. Стоят. Сверху ты кладешь листок. Задание. Положи листок так, чтобы по нему могла пройти, как по мосту, игрушечная машинка, не провалившись. Я не буду тебя терзать. Хорошо? Ну, давай. Мой 9-летний внук после 3 занятий решил эту задачу, которая сейчас кажется абсолютно абсурдной 99% наших с тобой зрителей и слушателей. Ну, это же полная чушь, как-то положить листок так, чтобы... Ну, вот оно же проваливается, оно же тяжелое, да? Значит, мой внук посмотрел на это, у него заняло секунд 30, после чего взял листок бумажки, сложил его 8 раз, положил между книжками и торжественно поставил туда игрушечную машинку. Простое рациональное решение. Но ты понимаешь, что для этого надо было выскочить из... представление о том, что вот то, что мне дано, то и дано, с этим ничего делать нельзя. То есть он должен был сообразить, что с этим можно что-то сделать. Он попытался сначала сдвинуть книжки, естественно, да, я ему сказал, нет, дорогой, так нельзя. Я тебе не сказал, что можно двигать книги. А, окей, поставил книги обратно. Потом он, значит, подержал, потом он поставил какой-то карандашик под машинку. Я говорю, ноу, я не сказал, что карандашик может там, так сказать, линейку он, по-моему, поставил. Сейчас не помню, что он пытался поставить. Да, нет. Тогда он, так сказать, так, с тупым выражением лица посмотрел на эту штуку, потом взял, сложил их 8 раз, положил и сказал, а? Это, вот это развивает. Значит, прошло там какое-то время, я говорю, кстати, у меня еще к тебе есть одно задание интересное. Он говорит, да. Вот уже привыкший, я ему либо вопросы задаю, либо, значит, задание. Ему 9 лет. А я говорю, у меня такая проблема. Я говорю, у меня есть лист бумаги, который мне надо поставить на попа. Даю ему 5 лист бумаги из принтера. Он говорит, как тогда попал? Я, ну, по-английски там с ним легче общаться, он по-русски немножко понимает, но тем не менее. Я говорю, ну, вот так. Он говорит, это невозможно. Я говорю, может, невозможно, но у меня проблема другая. Мне надо, чтобы вот эта книжка, она немножко полежала на этом листе бумаги. Можешь так сделать? Он говорит, да не могу, конечно. Я говорю, а я сделал за 2 минуты. Он говорит, как сделал за 2 минуты? Я говорю, я так сидел 2 минуты, смотрел на это, когда мне дали это задание, и решил. Ну, тут, значит, надо соревноваться с дедушкой, правильно, да? Вот. Он на минут, секунд на 5 он меня опередил. Он придумал. Вот что ты придумаешь по этому поводу? То есть, согнуть я правильно? Значит, он долго сидел, смотрел на это. Потом сложил ее как тубус, как труба. Побежал, взял кусочек липкой там ленты, склеил его, поставил этот тубус на стол, а сверху положил книжку. Логично. Я говорю, молоток. Вот это называется развитие мышления. Но дальше ты развиваешь мышление. То есть параллельно мы ведем курс по фейкам. Мы ведем курс развития мышления вот такое вот в игре какой-то и прочее. Есть еще один курс, который мы учим
родителей вот смотреть налево-направо и придумывать так называемые открытые вопросы. Сейчас я объясню, что такое открытый вопрос. Своим детям. Открытые вопросы, как вы понимаете, есть закрытые, есть открытые. Раз уже есть открытые, да? Значит, закрытые вопросы. Ничего, кроме превращения ребенка в плохое подобие робота, не делают. Закрытые вопросы – это вот 4 плюс 2, сколько это будет? 6, да? Там, что наступает после весны? Надо вспомнить. Да? Ну, вспомнил, но ты ничего не придумываешь. Открытый вопрос следующий. Мы подходим вот с этим же самым внуком к океану. Они живут в Санта-Моника, чудесный район Лос-Анджелеса, полчаса езды от нас. И прямо на берегу океана. Замечательное место. Мы подходим к океану. Там, я пытаюсь там раз в неделю, там раз в две недели, но обязательно встретиться. И разговаривать. Потому что разговоры... Вот дед мой то же самое со мной делал. Он, правда, мы жили вместе, поэтому у него было больше возможностей. Но, правда, он умер. Если Сергеевич постарался, когда ему было 7 лет. Когда мне было 7 лет. Так что у меня огромное количество воспоминаний о нем. Но все это произошло между 5 и 7 годами. До 5 я не помню себя. Так вот, подходим мы к океану. И там волны в этом, волнится. Я ему говорю, ой, слушай, кстати, у меня такой вопрос. Меня кто-то попросил дать, значит, ему 10 причин, как волны образовываются. Ты можешь мне помочь? Он говорит, конечно могу, да. Ну, он говорит, вот, например, там упал самолет, или там метеорит упал, так сказать. Я говорю, о, хорошо, раз, так сказать, да. Да. Он говорит, ну, там рыба проплыла, там кит или подводная лодка, так сказать. Там, окей, очень хорошо. Он говорит, ну, там земля там дрожит. Я говорю, землетрясение? Он говорит, ну, да, землетрясение. Там. Я говорю, ну, прекрасно, 4, да, там 3, вот. Дальше он мне, значит, еще 1, 2, 3, и где-то на 6-м он застрял. То есть, он уже все, что он помнил, что он не должен был придумывать, он мне уже все рассказал. Это была часть, которую можно отбросить. Она неинтересная. Вот последние 4, уже он там, ну, потом 5 и 6, он пытался вспомнить и вспомнил что-то. Вот последние 4 были интересными. Потому что знания его, которые он мог откуда-то вытащить, они все кончились. И теперь ему надо было придумывать. Он говорит, больше нету. Я говорю, есть. Он говорит, сколько? Я говорю, 20 есть. Я тебя прошу только 10. Вообще есть 20, может даже больше. Значит, опять напряг. Дед говорит, что есть, а он не понимает. Он значит, так сказать, я в нем развиваю такую competitive, знаешь, так сказать. Он говорит... А я слышал, он говорит, что что-то такое Луна притягивает. Он слышал, я написал книжку, называется «Looking в поисках Q», где просто начиналось это с этого. Значит, он слышал где-то. Я говорю, интересно, так что ты думаешь? Он говорит, может быть, она притягивает воду? Я говорю, потрясающе, притяжение. Мы с ним поговорили о притяжении земном, лунном. Он, так сказать, получил какие-то сведения, залез в свой телефон, проверил, так сказать, слово «притяжение» по-английски, понял, что такое гравитация, там, ну и тому подобное. Вот. Я говорю, ну хорошо, это вот столько-то. А еще, значит, еще 2, то есть до 9, мы добились с ним во время прогулки. Потом вернулись обратно. Он говорит, скажи 10. Я говорю, не скажу. Сам придумаю. И вот, значит, обычно его укладывают в 9 часов вечера. В 9:30 у меня дома звонок. Значит, с его телефона. Ну, с его, так сказать. Ему там дали телефон, с которого звонить практически нельзя. Ну, значит, там есть несколько номеров, по которым можно набирать. Вот телефон, я смотрю, довольно поздно. Значит, я включаюсь. Он мне говорит, деда. Мне мама разрешила позвонить, потому что я придумал 10-ю причину. Он все это время думал. Я говорю, какая же 10-я причина? Он говорит, разница температур. Я говорю, ну ты лапушка какой, ты молодец, да? Вау. Какой молодец? Он вспомнил про Гольфстрим. Он думал, он вспомнил, что есть течение, он вспомнил, что что-то имеет отношение, он полез в интернет, он выяснил это, получил подтверждение, позвонил мне, сказал, что он придумал 10-ю штуку. Для чего я это рассказываю? Это
невероятно развивает вот то, то, о чем мы говорим, а именно творческие, критические, так сказать, люди начинают, дети начинают понимать, люди вообще, да, причинно-следственные связи. Это безумно важная вещь, потому что когда вот, когда вот говорится, человек влияет, невероятно влияет на природу, да, и из-за этого меняется климат, а то, во-первых, человек, который тренирован в этой истории, говорит сам себе: человек влияет на климат, интересно, а что еще влияет на климат? Выясняется, что 16 факторов больше влияют на климат, чем вся деятельность человека. То есть уже начинает: опа, меня дурят. Правильно? Вот. А, и вот, вот это, оно очень помогает формированию личности творческой. Я творческой не имею в виду там музыку писать, да, ну кто может, пишет, то поэзию там пишет, так сказать, и прочее. Я не об этом говорю. Творчество необходимо в любой профессии будущего. Любой профессии будущего. Я надеюсь, что все люди, которые сейчас слушают, так сказать, нашу передачу или смотрят ее, понимают, что в ближайшие 20 лет 80% человечества нечего будет делать на белом свете. Совершенно нечего. Водители грузовиков никому не нужны будут. Водители машин никому не нужны будут. Не нужны будут врачи-диагносты больше. А, то есть самые фантастические профессии будут уходить совершенно ненужные. Потому что роботы, оснащенные, значит, artificial intelligence, да, будут делать это значительно лучше, значительно быстрее, значительно точнее, чем это делают люди. И поэтому люди, которые умеют, останутся только профессии, которые вот, ну, совсем, так сказать, там роботы, там, так сказать, что-то подметать, выметать. Робот может ездить, да, но все равно, так сказать, вымести, так сказать, сделать что-то такое совсем руками, да, так сказать, там, залезть куда-то, вытащить, там, что-то завернуть, там, подлезть и посмотреть твою трубу, как она там, это, вот такие вот специальности. И специальности, в которых ты можешь придумывать что-то новое, находить выход из положения. То есть что-то такое, чего нельзя отдать в руки роботу, у которого нет вот этого вот. Вот нету креативности, так называемой. Роботы пока что никто не мог их научить. И похоже, что в ближайшие там 100-200-500 лет не научат роботов быть креативными. Так вот, те, кто умудрились научиться... У некоторых Бог дал, так сказать, и пытались все это забить школы, но не получилось. Школа забивает креативность. Что делается в институт, в колледжах, это просто ничего. У меня внук старший ушел через 3 недели, через 4 недели из колледжа, потому что сказал: дед, меня просто там, говорит, я, говорит, все 5 преподавателей, которые мне преподают, абсолютно идиоты. Я говорю: почему? Он говорит: они все время делают ошибки. Я, говорит, начал поднимать руку и говорит: извините, Бога ради, но вы ошиблись. Он говорит: они меня все ненавидят, и я их тоже ненавижу. Я оттуда уйду. Вот ему сейчас 23 года, под ним работают как минимум 2 доктора наук. У него никакого образования нет. Он в 11 классе ушел из школы, сдал экстерном, пошел в колледж, проучился там 4 недели, ушел оттуда, больше ничего не делал. Да? Вот. И это вот так работают люди, у которых открыты мозги. Они умеют подходить креативно к вопросу. Вот. Он у меня брал учебник, весь его прочитывал до конца этого самого, до конца года, а потом шел сдавать этот предмет. Но было мне скучно с ними на уроках, говорит, сидеть. Я в школу хожу просто для того, чтобы тусоваться. А так, говорит, мне с ними скучно. Почему ему стало скучно с ними? Думаете, он такой гениальный не родился. Просто тюкали его и родители, и я. Да? И играли с ним, и открывали ему мозг, и все остальное делали. Да? И поэтому он стал нормальным человеком, каким мы хотим, чтобы стали наши дети. Дай Бог ему, так сказать, в жизни он будет жить так, как он хочет. Он еще и придумал. Он вдруг пошел в 15 лет, он остановился около школы, шуля, у синагоги, пошел туда еще с 2 приятелями. Ему жутко понравилось. И он теперь 3-4 раза в неделю ходит учиться еще и дополнительно вот в ортодоксальную синагогу, в их школу. Стал теологом, стал очень интересным человеком, с ним интересно разговаривать, спорить. Такой стал прямо казуистический спорщик.
Вот. Ему это нравится, это его жизнь, дай бог ему здоровья, никто его не останавливает. Они потом выбирают свой путь и идут по нему. Важно дать им вот этот толчок. И вот то, что мы открыли на интернете, Сережа, kuberton.global, там заходишь там, в портал, первая страница, там слева написано «Мир», «События», «Люди», там еще «Under construction» через месяц будет готово, а справа «Школа». Вот кликаешь на «Школу», ходишь, читаешь, берешь уроки, смотришь их и понимаешь, нравится тебе это, нужно тебе. Я, честно говоря, не представляю себе, как вот это может быть не нужно. Вот. Но, тем не менее, смотришь, нравится, нужно, тогда кликаешь, так сказать, и получаешь первые два, как я уже сказал, два урока бесплатно, плюс введение, я обычно даю введение в курс. И, а потом получаешь остальные 10 уроков, и это потрясающе помогает. Дети в такой восторг входят. Вот у меня внучка, которая она совершенно не аналитического склада ума, ей 11 лет, она там танцует, поет, там, ну, такой, так сказать, типичный, так сказать, гуманитар с перформанс, так сказать, с наклонностями, да? Вот ей тоже интересно, потому что я спрашиваю всякие вопросы, и интересно, она мне звонит и говорит, ну, давай, задай мне чего-нибудь вопрос. Давай, задай. Это остается, это любовь, это эти отношения, они не сию секунду, они надолго потом. Знаешь, сколько семей я знаю, в которых родители и дети ушли из дома и разбежались. Особенно, когда уже, так сказать, они там женились, вышли замуж, пошли свои дети. Огромное количество, я знаю, взрослых нашего поколения людей, которые одни сидят, там раз в месяц, раз в два звонят дети, а внуки никогда. Вот гордо хочу сказать, что минимум два раза в день каждая дочь у нас их две звонит. И вот минимум там 2-3 раза в неделю звонит старший внук, которому уже 23. А с остальными, ну, они не звонят, они еще маленькие, но я сам им звоню и сам разговариваю с ней. Это надолго. Вот есть такое у протестантов, они говорят, family, pray together, stay together. Pray together, stay together. То есть семья, которая вместе молится, она остается надолго вместе. Вот должен сказать, что если ты занимаешься детьми, если ты играешь, если ты развиваешь их, у них такая благодарность к тебе, такая любовь к тебе возникает, которую потом не перешибить, даже если, извиняюсь, невестка стерва. Вот так. Давайте, если у наших радиослушателей возникнут вопросы, телефон студии по-прежнему 847-400-5200, но прежде мы, наверное, прервемся на коротенькую рекламную паузу, послушаем рекламное объявление, после чего вернемся и продолжим. Если будут вопросы, звоните. Продолжаем нашу программу. Телефон в студии по-прежнему 847-400-5200. Леон, еще раз. Сейчас вот люди нас слушают. Может быть, кто-то попытается выйти на веб-сайт, о котором вы сказали. У них это получится? Да, конечно. Уже 36 часов. Kuberton.global. Kuberton, естественно, с буквой К. Кей. Kuberton.global, и они выйдут на первую страницу портала, могут посмотреть о нас, задачи, цели, могут даже, значит, донаты, как сейчас принято говорить в русском языке, значит, нам послать, там есть такая кнопка. А, так сказать, внизу они увидят две кнопки, одна слева, там написано «Мир», «Известия», «События», «Люди». А, если они кликнут на нее, то они получат сообщение, что это пока еще конструируется. А справа кнопка «Школа», вот они кликнут на школу и зайдут в нашу школу, которая все то, о чем я говорю, и происходит. Угу. Еще перед Kuberton надо ставить тройное W. Ну, я не ставлю, я как-то выхожу каждый раз. То есть, вот, просто, как, да? как бы, вроде интернет сам понимает, что это W. Kuberton.global. Как-то очень спокойно оно заходит туда. Kuberton.global. Kuberton Global есть HTTP. Вот, мне кажется, удалось. Kuberton Global. Да. World School. World School. То есть там две кнопки есть. Одна World, одна School, Tune-up. Ну, да, но если наверху справа кликнуть, например, на изменение языка с русского на английский, то сразу же все будет написано по-русски. Ага, точно есть на русском. Донаты, контакт.
Друзья мои, если у вас есть вопросы по этому поводу, пожалуйста, Леон готов ответить. Файнеры в конечном итоге запустили этот портал замечательный на английском, на русском языке. Значит, сейчас первая страница на английском сделана изначально, потому что она и предполагалась и по-английски, и по-русски. А школа сейчас по-русски. Мы пройдет полгода, мы все отработаем, но все-таки русский нам ближе, понятнее, мне было легче найти педагогов там и т.д. А через полгода мы хотим запускать, или, по крайней мере, начать работать над тем, чтобы сделать копию этого. Не перевод именно, а копию этого по-английски. Потом пройдет еще полгода, и будет копия этого по-испански. Замечательно. Да. А я хотел рассказать, вот пока был перерыв, мне пришла в голову одна история о применении, вот о типичном таком применении в нетипичных условиях. Вот это вот умение думать outside of the box. Я даже знаю, как по-русски это сказать. Вот нетрадиционными какими-то методами, да, то есть как-то вот думать, придумывать, а не вспоминать. Дело в том, что одна из самых интересных в педагогике сегодня направлений произошло от тоже довольно новой науки, которая называется ТРИЗ – творческие решения изобретательских задач. Причем изобретательских это не означает только в технике, это какие угодно, так сказать, там, изобрести что бы то ни было, то есть придумать что бы то ни было. И вот, значит, начал эту науку такой Генрих Альтов, известный писатель-фантаст, который на самом деле, значит, Альтшулер. И он заметил, что при решении целого ряда задач у него возникали одни и те же вопросы, которые привели к решению этих задач. И он начал спрашивать себя, придумывать, спрашивать других, и начал составлять список вопросов, которые надо задать каждый раз, когда задать самому себе, каждый раз, когда перед тобой вот ставится задача определенная. Ну, и дальше из этого уже, так сказать, уже сколько там существует, 40-50 лет, это уже давно не просто список вопросов, это уже алгоритмы там и тому подобное. Один из самых первых учеников, Альтова уже нет живых, один из самых первых учеников, а потом преподавателей и руководителей вот этого ТРИЗа, это такой Борис Злотин, он сейчас живет в Соединенных Штатах Америки, ему 80 с некоторым количеством хвостиков лет, и мы с ним в очень дружеских, хороших отношениях, он мне рассказывал кучу историй о том, как он лично с помощью вот ТРИЗа, с помощью вот этого вот, решал задачи. Сейчас я вам об одной его задаче расскажу, но прежде чем, так сказать, я скажу это, и вот на основании ТРИЗа в Москве Анатолий Гин, тоже, так сказать, один из учеников Альтшулера, создал большой центр. Это раньше был маленький, сейчас уже большой, куча книг выпущено, куча преподавателей подготовлено, там, методологии. Как учить вот этому любого человека? Ну, они там учат детей, молодежь, там, все что угодно. Но любого человека учить решать неразрешаемые задачи. И вот, значит, теперь перехожу к что такое решать неразрешаемые задачи. Борис Злотин. Он, когда переехал сюда, непонятно, как его вообще выпустили из Союза. Было это смутные времена. Вообще нормальные люди таких из государства не выпускают. Значит, в него тут же вцепился Боинг и куча других всяких организаций. Потому что за его плечами решение более 3000 нерешаемых задач. Еще раз. За его плечами решение более 3000 нерешаемых задач, которые до него годами люди бились, до ТРИЗа, до него годами бились и прочее. Вот он с лекциями приезжает в Израиль, и после одной из лекций к нему подходит человек, так сказать, в его же возрасте, говорит: здравствуйте, там Борис, там мистер Злотин, скажите, пожалуйста, вот вы говорили, что ваша методика позволяет решить задачи в самом разном, так сказать, спектре жизни там и прочее, и прочее. И у меня такая довольно необычная задача, я почти уверен, что вы ни с чем подобным не сталкивались, я даже не знаю. Тут говорит: давай, валяй, потому что мне скоро улетать в аэропорт, ехать, давай, быстро, говори, я подумаю, если есть что-то интересное. Он говорит: меня там зовут так-то, так-то, я полковник израильской армии, я руководитель, командир бригады Галани. Что
чтобы понятно было, это вот те самые ребята, вот просто те самые ребята, которые, да? А, значит, которые израильские команды, элита израильских команд, называется бригада Галани. И ведь у нас такая, говорит, задача странная возникла. Нам иногда нужно в арабскую деревню зайти так, чтобы нас не видели. Иногда, так сказать, просто поговорить с кем-то. Иногда, говорит, там, языка взять. Иногда террориста убрать. Иногда что-то еще. Но в арабских деревнях огромное количество собак. Невероятное совершенно. И как только мы приближаемся, каким бы образом мы ни приближались, с воздуха, там, как угодно, да. Они начинают такой лай устраивать, что деревня просыпается. Нам надо что-то с этим сделать. Борис говорит, хорошо. Значит, дай мне 24 часа, я вернусь обратно, лечу обратно в Лос-Анджелес, сегодня в Лос-Анджелес, в Америку, он живет в другом месте. А я прилечу, я подумаю по дороге. Ну, в общем, значит, прилетел он к себе домой, набрал этого полковника и говорит, полковник, значит, есть у меня для вас решение. И решение следующее. У вас, говорит, дроны есть? Он говорит, есть. Ну, там, типа, бесшумные. Он говорит, ну, не шумят, да, нормально. Этот дрон может что-то принести и выпустить над деревней? Он говорит, конечно, никакой проблемы нету. Да. Значит так, вы, говорит, идите в питомник собачий, значит, найдите там сучку, извиняюсь, так сказать, стечкой, возьмите, говорит, тряпки и вымочите эти тряпки в, так сказать, вот в этой жидкости. Теперь, значит, и храните их в холодильник, там, запечатанные. Когда вам нужно куда-то лететь, вы присобачиваете тряпочку к дрону, поднимаете дрон и сбрасываете несколько таких тряпок над деревней. Говорит, за 2-3 часа до того, как вам нужно туда прилететь. И с этого момента собаки на всю ночь устраивают такой безумный лай, что когда вы приедете, никто не будет знать об этом, потому что они уже плевали на вас, они просто устраивают просто дикий лай и прочее. В общем, прошло какое-то количество лет, он приезжает в Израиль, анонсировалась его лекция, и на эту лекцию приходит этот самый вот полковник, жмет ему руку и говорит, значит, господин Злотин, мы думали дать вам орден, потому что вы столько для нас сделали, вы себе не представляете, сколько операций мы провели, пользуясь вот этим вашим способом. Значит, понимаешь, Сережа? Решение, совершенно неважно, проблема в тем, что собаки лают, да? Или надо решить, почему что-то такое неправильно работает в каком-то двигателе. Или нужно решить какую-то социальную проблему. Вот по той системе, которая разработана, и теперь уже она переведена это в учебный процесс, люди учатся, как неординарными способами, неординарно подходя к проблеме, ее решать. Значит, выпускники ТРИЗ, вот этой школы ТРИЗ, они идут в лучшие университеты. Ну, ТРИЗ обучение, они называют это ТРИЗ обучение, я помню, да. Они идут в прекрасные университеты, они в этих университетах легко учатся, потому что им все легко. Они неординарно решают проблемы. А самое главное сегодня для работодателя что? Чтобы ты был тупым чиновником и, так сказать, там что-то такое передвигал бумажки, да не нужно будет скоро никого такого. Да. Нужны люди, которые умеют творчески подходить к решению проблемы. Как легко в жизни жить в совместной, с родителями, с детьми, с женами, мужьями там, и тому подобное. Как легко, умея решать, разводить проблемы, выстраивать взаимоотношения с сослуживцами, теми же самыми, с партнерами, там, с кем угодно. Да. А вот это, скомбинировав это с умением различать фейки, когда тебя дурят, с умением думать outside of the box, еще раз говорю это слово, потому что не знаю, как сказать по-русски. И вот с этим вот вместе все. Вот у нас два преподавателя ТРИЗа, Анатолий Гин и такая Татьяна Белякова, оба авторы книг по ТРИЗу и прочее, по обучению с помощью ТРИЗа. Они ведут, мы с ними договорились, какие, я объяснил задачи, они создали курсы и провели эти курсы. И там совершенно замечательные результаты есть у людей, которые... Но надо делать. То есть, если люди, которые вот нас с тобой будут слушать, скажут, о, как это интересно, как здорово, пойду посмотрю, на этом все закончится, то ничего с их детьми и внуками происходить не будет. Ничего. Только если вы научитесь учить их
как становиться разумными со всех точек зрения людьми. И это просто интересно. Вот как с этой бумажкой, на которую, так сказать, надо было просто сообразить, что ее надо сложить, да? Когда уже видишь это, ты говоришь, боже мой, ну как это просто, да? Ну как это просто? Вот, господа, вот точно так же просто в играх, в вопросах, в упражнениях, которые всем интересны, да? Которые просто, только не говорите детям или там кому угодно, за столом своим друзьям можете начать рассказывать истории. Такие же точно. Только не надо говорить, что вы их учите. И не надо много на них вываливать. Сегодня одну, в следующий раз другую. Позвонил по телефону, рассказал третью, еще что-то. И начинает медленно меняться мировоззрение. Не потому, что вы их зомбируете, а потому что вы им мозги прочищаете. У них начинают лучше работать мозги. И самое главное, лучше всего начинают, они начинают понимать причинно-следственные связи. Вот это самое-самое-самое главное. Вот. Перед тем, как я закончил отвечать на этот вопрос, я расскажу еще одну короткую историю. Во время чумы в Европе, значит, в Амстердаме, значит, арестовывали, вообще по всей Европе на самом деле, но в Амстердаме арестовали некого печатника, который там что-то печатал, а потом шел он по стенам домов, у него были скользкие пальцы от клея, он пытался, значит, по стенам домов снять этот клей. Кто-то увидел, сообщил, его арестовали, сказали, что он метил дома, в которых будет чума, его пытали, он признался, что он признался, готов признаться в чем угодно, да, он признался, что он вурдалак, что там эта группа ведьм, и арестовали этих ведьм, а потом они под пытками признали, что они были не одни, еще куча других тоже, и начали казнить в больших количествах жителей города ведьм, потому что считали, что чума пришла от ведьм. То есть они неправильно определили причину. А когда они правильно, через 300 лет мы определили причину, то больше чумы в Европе нету. Потому что мы правильно определили причину. Так вот, вот то, чему мы учим на веб-сайте, на нашем, на портале, на camerton.global, это именно, чтобы наши дети, наши соседи, наши друзья, наши родственники научились понимать, что, причин может быть несколько, а во-вторых, научились правильно их определять. И этому можно научиться и можно научить. Боюсь, что как у всякой медали, и у этой медали есть две стороны. С одной стороны, открывается перспектива, колоссальные возможности в будущем, то есть человек с творческим мышлением может выполнять, решать неразрешимые задачи, и перед ним открывается блестящая перспектива, так сказать, в бизнесе, в работе и так далее. Но, похоже, перед ним закрывается дверь в правительственные учреждения, потому что такие люди опасные, люди, способные думать, опасны правительству. И перед ним закрывается дверь в публичные школы. Пусть каждый в своей семье и сам подумает, что он хочет, чтобы его ребенок умел думать, критически оценивать ситуацию, творчески решать, и был бы на самом деле счастлив, потому что что такое счастье? Да. Счастье не потому, что мы знаем, как называются города там, в столице там, Эфиопии, да? Выучили географию или там что-то еще. Счастлив человек, и даже от тригонометрии человек счастливым не бывает, хотя я очень рекомендую ее учить. А человек бывает счастливым, когда у него успех в успех, значит, он хорошо делает то, чем он занимается, и получает от этого удовольствие. И второе, когда у него мир, но любовь дома. То есть отношения и работа. Вот эти две вещи, которые нам необходимы. И ни тому, ни другому не учат ни в одной школе, ни в одном колледже, ни в одном университете, нигде. А мы учим. Потому что это и была моя задача. Начать. Я начал этим заниматься, Сережа, в 1975 году. А не этим веб-сайтом, естественно, да? Я приехал в 73-м в Израиль с дипломом режиссера и с кучей написанных по-русски пьес. И для меня абсолютное было удивление, когда я узнал, что в Израиле говорят на иврите. Почему-то я как-то никак не предполагал этого.
Вот. Не то, что я ждал идиш, я просто ничего не ждал. Ну, так сказать, остолоп. Значит, просто ехал куда-то, да. Вот. И я понял, что надо чем-то начинать заниматься. Я писал, я ставил, я там и какие-то короткие фильмы делал, я там участвовал в всех там постановках студенческих театров, работал на киностудии Ленфильм, там и тому подобное. Что не собирался отказываться от этого, хотел продолжать. Но вот то, что, так сказать, русский язык, оно меня очень подкосило. И я решил, что я буду... Значит, первое, что я придумал, или там единственное, что я придумал, это попробовать поставить какую-нибудь сказку и, значит, попробовать ее... Я же не очень понимал слово «продать». Знаешь, вот уезжая из Советского Союза в 73-м году, никаких идей по тому поводу, что такое капитализм, что такое продажа, что такое там продюсер, что такое самоокупаемость, у нас не было. Вот какие-то у меня были идеи. Значит, я начал искать, что поставить, и вдруг мне кто-то говорит, надо же платить. За что платить? Ну как, если ты пьесу чью-то берешь, надо за это платить. Это меня совершенно огорошило. Я тогда решил написать свою пьесу детскую. Значит, набрал актеров, написал пьесу, начал репетировать, что-то такое. Я им рассказывал, что вот после того, как мы все срепетировали, дома у меня репетировали в комнате. Значит, после того, как срепетируем, мы начнем играть. А где играть, совершенно непонятно. В общем, в финале получилось так, что у меня осталось двое актеров, как все остальные ушли, естественно. И мне надо было придумать какой-то новый способ представления, при котором эти двое актеров играют все роли, которые я написал. А там у меня, там, по-моему, 6 персонажей было, если правильно помню. И я, на самом деле, придумал, но не они меняли, значит, вот там... Хотя там тоже такое было, они меняли чуть-чуть, так сказать, как бы брали, одевали другую кепку или по-другому стали шапку, или по-другому начинали ходить, значит, были другим человеком. Но мне не хватало явно персонажей. И я думаю, у меня же вот дети еще есть, сидящие в зале. Ну-ка я буду брать детей, чтобы... И я, так сказать, нашел там через Брехта там ход такой очень забавный. И у меня получился, как потом это окрестили, обучающий театр. Потому что вот любые темы, которые мы поднимали, дети потом ужасно хотели этим заниматься. И ко мне обратилось Министерство образования Израиля и говорят, мы поучаствуем финансово в твоем проекте, если ты, вот, так сказать, вот у нас задача, чтобы дети, там, всякие, так сказать, смуглые, там, приехавшие из Эфиопии и тому подобное, которые совершенно в другом веке живут, чтобы родители не дают никакого толчка в культуру современную, но чтобы они вот заинтересовались музеями, там, рисованием, художниками, можешь такое что-то? Я говорю, я не знаю, могу попробовать. Попробовали. И буквально вот я написал пьесу, начали, у меня уже тренированные были очень актеры, и у меня начали поступать от преподавателей из школ, от директоров, что дети просто гурьбой ходят и требуют, чтобы пошли в музей, чтобы начали, открыли уроки рисования, чтобы какие-то костюмы делать, там что-то еще. Получилось. Тогда ко мне обратились, говорят, а можешь там музыку там классическую, не помню, классическую или какую-то там такую они хотели. Вот. Значит, мы начали это делать. Потом я там в свое время написал две книжки. Одну билетристическую повесть, которая тоже, в общем, педагогическая на самом деле. Практически педагогическая повесть, как педагогическая поэма была, значит, у Макаренко. Да? А вторую, «Капитализм 101», я написал такую занимательную политэкономику. Ну, их была занимательная физика, занимательная там химия. Вот я написал занимательную политэкономику для детей по-английски. И вот, кстати, мне перевели сейчас, и на вот этом веб-сайте есть возможность приобрести за страшную сумму, там, меньше $3, 2,99. Как по-русски, так и по-английски обе эти книжки. Они годятся для детей там, от где-то 6-7 до там, 14-15 лет. А я написал первую, написал, в общем, для своих собственных детей, а потом, ну, как всегда это бывает, а потом понял, что это не только им будет интересно, доработал это, и это превратилось уже в книгу. А на Амазоне можно ее купить, но значительно дороже, поэтому лучше пойти на наш веб-сайт и приобрести ее там. И вот, значит, перекидываясь оттуда, у меня достаточно большой опыт с 74-го года уже довольно много времени прошло, да, 50 лет, педагогической деятельностью через искусство, через драму, через там игру, через что-то еще. И поэтому мне было легко находить хороших специалистов, потому что я понимал, что я ищу. И вот, я говорю, 5 совершенно замечательных специалистов. Один из них, такой Адриан Буковинский, он, значит, где-то в 2000 году он выпустился как психолог в Украине,
из университета, и он из Львова, его во Львове пригласили работать в мэрии, отвечать за консультации, а у них там такой типа закона в городе, или там какое-то уложение, приложение, что перед тем, как тебя регистрируют брак, ты обязан поговорить и получить там бумажку от там психолога, да, консультацию типа. Вот. Он развил такую деятельность, что в тот момент, когда его пригласили, во Львове было 50% разводов первые два года. Кстати, чтобы вы знали, в Америке 60%. Значит, вот в результате его деятельности за 5 лет, когда его перевели потом в Киев на всю страну это делать, то он сбил это количество до 30%. То есть практически уполовинил разводы в городе. Вы себе представляете, что, как, сколько детей рождалось... А отцы уже ушли, или только, или вот-вот, или уходили, или оставались, или в той ситуации жили, в которой жить практически и воспитывать детей невозможно. И как этот человек умудрился своим талантом, своими знаниями, своей придумкой вот, сделать так, чтобы уполовинить количество разводов в городе с населением в 1 000 000 человек. Сейчас он руководит двумя национальными программами, немножко другими, так сказать. Одна из них называется «Отцы и дети», потому что огромное количество детей растут, «Отцы и сыновья», по-моему, называется, которым необходим, так сказать, папа. Вот, а папы хотели бы вернуться, что называется, если не в жизнь к маме, то, по крайней мере, жизнь к сыну, а отношения потеряны. Вот он написал программу, как восстанавливать. Я разговаривал с 11 отцами, которые прошли его программу, и сейчас совершенно счастливы от этого. Потому что они восстановили отношения со своими сыновьями. Они не вернулись в семьи, это уже прошло. Но они восстановили отношения с сыновьями возраста там, от 5 до 30 лет. И так что вот он для нас сделал программу, тоже, которая называется «Отцы и дети. Как не потерять детей». С матерью дети обычно остаются. Отцы физически уходят, либо живут в семье, но не имеют никакого отношения там, и тому подобное. Вот он начитал у нас 12 вот таких вот занятий, где он показывает, объясняет, дает примеры и учит, что делать. Учит. Это самое главное. Конкретно. Вот это скажите, вот это сделайте, вот это напишите, задайте такие-то вопросы, там, а потом делайте вот это. То есть абсолютно практический курс по тому, как остаться друзьями со своим собственным сыном, с сыновьями, с детьми вообще до конца жизни. Вот такая вот интересная у нас подборка педагогов и подборка тем. Я думаю, что она действительно всем невероятно нужна. Еще раз напомню, камертон через кей. Камертон, да, .global. .global. Ну вот те из наших слушателей, которые пользуются YouTube, там у нас есть линк, на самом деле, если на него кликнуть, то сразу попадаешь на веб-сайт. Ну, а те, кто слушает по радио, еще раз, камертон.глобал, камертон через кей. Ознакомьтесь, там уже вот, там тот раздел, где школа, там уже все есть на русском языке, интересно. И те, кто думает, что у них внуки говорят по-английски, мол, это не для нас, нет, это все для вас. Вы говорите, читаете по-русски, с вами мы будем заниматься, вас мы будем учать, а дальше вы можете идти к своему внуку и эту самую историю, короткую, там, смешную и прочее, рассказывать на каком угодно языке, хоть по-биробиджански, я не знаю, есть такой язык или нет. Леон, спасибо огромное и поздравляю. Наконец-то. Спасибо. Огромный это год, шаг больше года, на самом деле, вот собирание. 70 волонтеров. 70 Вау. Волонтеров. Вау. И больше 200 человек, которые пожертвовали, там, кто $5, кто 50, несколько человек по $1000. Что очень помогло покупать серверы, брать какие-то там дополнительные услуги. Так что, господа, если кто-то может помочь, то там есть кнопка Donate, донаты. Пожалуйста, пользуйтесь. Все, на этом будем заканчивать. Спасибо огромное и до встречи в пятницу. В пятницу. До свидания.